Друзья, всем привет! Мы в аэропорту. Не волнуйтесь, пока еще не летаем в Эмираты, а летим на океан. Летим в Малинде. Вот Наталенька. 5 утра сейчас. Регистрация прошла быстро, правда, все снимали обувь, забирали воду, да, это domestic flight, то есть это местный вылет. У нас не забрали, мы ее выпили. Да, мы просто при них нагло выпили воду, взяли пустую бутылку. Аэропорт тоже это Джомо Кеньятта, только терминал D. Вот только терминал D, вот такой он небольшой. И вот это вот фудкорт, можно кофе выпить. Что будет интересно, включимся, покажем. А так летим в Малинди, оттуда едем в Ватаму, помним, да? А есть три хороших курорта: Момбаса, Малинди, Ватаму. А Ватаму целых 7 звезд, как определяют эти люди. Диани. Ну, рядом с Момбасой. Момбаса это так называется курорты просто. Момбаса, Малинди, Ватаму. Мы все рассказывали, показывали. Плейлист Кения в помощь. А сегодня... Меня показываешь? Да. А сегодня мы просто вот летим с вами в Малинди. В Малинди мы с вами еще не летали. Из Момбасы мы вылетали. В прошлый раз мы добрались после Саво. Сафари Саво сразу в Ватаму. Ну, в общем, ставьте лайки, пишите комменты, вы с нами, мы полетели. Вот небольшие перекусы в самом аэропорту. Кофе стоит где-то 250-300, ну, нормальные, в принципе, цены. Видите, хот-дог 250. Мы кушали в Момбасе, я помню, сейчас такое раннее утро, кушать не хочется, но вот возьму водички. Водичка пол-литра стоит 200, мы уже посмотрели. Водичку я, пожалуй, возьму. Кому нужно пиво, чипсы, жвачка, Red Bull, все есть. Все можно брать. Яблочко одно стоит 100. Прикольно, некоторые люди просто выходят босиком, держа свои ботинки в руках, потому что всех снимают. Кроссовки кладут в специальные ящички и снимают все. Так что люди просто так смешно выходят, так иногда доходят до кафешечки, одеваются уже в кафешечке. У кого-то тапочки нормально. Мужчина сейчас только будет одевать свои капти. Друзья, ну это Кения. Встали на выход третий. Нас отправили в Кибе. Чуть вообще не потерялись. Летим. Компания Jambolet. Не знаю, проверим ее. Вот полоса. И, как вы понимаете, мы идем по ней. Все грохочет рядом. Мы с вами идем. Мы как раз за людьми следуем. Идем ли мы правильно, непонятно. Идем ли мы к нашему самолету, непонятно. Надеюсь, к нашему. Ну вот, такое уже доброе утро. 7 утра в Кении. Холодно. Сейчас заходим, покажем самолетик. О, я еще спросила, говорю, Малинди. Они говорят, Малинди, Малинди, заходи, не бойся. О. Хай. О. Вот такой небольшой самолетик. У нас 4 места. Hello. Thank you. Считаем, сколько мест. 15. Такой 15. Прикольненький. Знаете, такая розовая какая-то, или зебра, или жирафка. Что это такое? Ну, это фонтера. Ой, сетчатая. А, как леопардик. Да, вообще прикольно. 15 рядом. Прикольно. Она летала на таком лицечке. Какие красивые стюардессы с макияжем. Ну, типа, что там нельзя снимать, там кабина пилота. Так что вот. Ну, мы снимаем. Вот. Ой, сейчас, наверное, будем лететь, покажем вам чуть-чуть, что у нас будет за вид, но полет на самом деле будет всего 1:15. Ну так мы на это из Момбасы тоже час, да? Час где-то. Просим прощения, компания называется Jambojet. Почему мы назвали его Jambolet? Да ты так назвал? Бамболею, бамболею. Все, что ты открывай, что там есть. А мы такие Jambolet и Jambolet себе. Так, все. Ну, что-то слабенько сегодня. А, тут еда, ежи. Еда. Ну, в общем, смотрите, можно купить и... Макароны. А такие, слушай, вон и плугами, кстати. И за 200 бутербродики, и даже такие вот сосисками за 150. Ну, цены очень доступные. Не то, что когда вот из Эмиратов летишь, там просто за стакан воды буквально $3. Пока вылет задерживается, странно, уже как на 15 минут. Но много людей подходит, видно, много оконфьюзилось. Ага, смотрите, и пилот вышел куда-то, надеюсь, не покурить. Просто много людей же сидели в третьем выходе, а оказывается вы, да, в третьем Б. Все написано. Да, так что стюардесса зашла, уже не буду снимать кабину пилота, уже нельзя снимать. Ну, так вам подсняли чуть-чуть. А, народ, вот такая веселуха, разгружает багаж, потому что очень
тяжелый вес, короче, весь багаж не влазит, разгружают. Возможно, долетит сегодня часа через два другим рейсом, то есть мы все ждем. Ага, 14.05, thank you. If they also not overload. Мужчина нам подсказывает, что следующий рейс 2.05, но с другой стороны, там же тоже летят пассажиры, и там же тоже может быть... Не показывает. Там же тоже может быть перегруз. То есть вот так вот. Ну, я не знаю, мы такие счастливчики, знаете, в Индии наш багаж потеряли, два дня его ждали. Гарный человек. Да, мне уже, кстати, этот чувак, когда из туалета шел, он просто пригибался. Здесь потолкину нормальный, вроде как, ну, наверное, больше 2 метров. Но он пригибался, он просто. В Турции мой багаж чуть не потеряли, мы нашли его, он выпал раньше, чем он доехал. А в Индии там были? Ну, в Индии, да. Как нам сказали, он не потерялся, он просто улетел. И он так и вернулся. Да, потом, слава богу, вернулся, но неудобно было, конечно, в одних трусах, этих и джинсах. Потом, что у нас еще было, Визер. Но Визер просто задерживал 2 раза рейс, и платим он деньги за это. Так что, ну, когда первый раз, кстати, задержали, у нас не было с собой вещей, а багаж они поставили, а нам его не отдали. Так что, приключения еще чувствую вообще в порядке. Ну, пишите, кстати, интересно, наш багаж долетит весь или чей-то долетит, чей-то нет. Делаем ставочки, да? Делаем ставки. Медленно. На самом деле мы эти вентиля вот не видим без камеры, насколько быстро вращаются. Я еще спросила, что вентилятора уже нету? А здесь оно снимает в камеру, типа медленно. Слушай, мы точно физику не учили, но я не помню, что нам так и рассказывала. Вот сейчас будем слетать, я надеюсь, час опоздания. О, класс, супер. Надеюсь, будем слетать. Пешеходы, кто не переходит? Держать и мыть, то есть получается большой палец ты не помоешь. Я присела, вот такая вот дуйка, и тебе дует прям глаз. Я ее убрала, не выкинула. Не поняла. Я убрала сначала одну руку, потом другую руку помыла. А я держала потом, и мыла. А потом все помыла, потом еще раз помыла. А тут вильно, дай. Держи бутербродики, дай, дай я пойду засниму эту красоту просто. Такая малеча. Вот, смотрите. Такая вообще маленькая кабинка. Я сюда зашла. То есть, вы понимаете, ты жмешь, и вода льется. И одной рукой только ты можешь как бы
помыть руку. Эта дуйка вообще дула вот так вот вниз, она находилась. И бумагу выкидывать нужно аж вот там вот, с салфетки. Но я пока крутилась, ориентировалась, не поняла, куда выкидывать. Вот, все, уже выхожу. Сами все бутербродики сделали, видите, с сыром и с колбасой вкусной, с свининой, с салями и с такой вот ветчинкой тоже. До салями. Из свининки, салями здесь. Кофе, я заказала кофе, Наташа горячий шоколад, каждый стоит по 200, сейчас попробуем. Да, вообще такая... Цены, конечно. Нет, цены вообще. Был дорогие. Наталка возмущается. Опять не возмущается. Не, ну просто странно, принесли это и оно открыто. У меня тоже открыто. Может, нам уже открыли, чтобы мы не колупались, не рвали. И там спасибо. Одна ложка. И сахар. Я предположила, может, просто там вытащили вилку. На что это сейчас? На что это похоже? На бурду такую. Ну, на шоколад-то мало похоже. На бурду. На свое посмотри. У меня какой-то сильно разбавленный растворимый кофе, наверное. Надо его опустить вот столько вот, что принесли. Они не жалеют, Наталья, ну воды. С другой стороны, вы пьете за такие деньги всего лишь 200 шиллингов. Ну, ты знаешь, как было какао, но оно развели водой. Сильно развели. Да. Мы уже, по-моему, садиться будем. Не сладкое. Капитан вещает, говорит, хрен вы своего багажа дождетесь, говорит. Да не, что-то другое. Но точно океан. А где такая зеленка возле края берега? Какой-то островок красивый. Малинди International Airport. Ну, на самом деле, он маленький, чтобы быть International, но вся тема в том, что, как им сказали друзья, какая-то здесь есть полоса, и его длина позволяет быть международным аэропортом. Прикольно. Так что заходим и уповаем, что наш багаж тоже прилетел. Ну что, друзья, мы в аэропорту в Малинди, смотрите. Люди ждут, значит, ну они оптимисты, они взяли тачки, значит они оптимисты. Может они точно знают, что их багаж долетел, не знаю. Может, все на этом. В том плане, что посмотри, прям все подъехали, как они выезжают, будут, как забирать. Там, кстати, стрёмненькая такая штучка, сейчас покажу вам. Все люди знатоки прям. Просто когда туда, наверное, вкидывать будут как-то, не знаю. Кстати, к этому мужику несколько уже чек подошло, да? Чьи автограф брали, чьи спрашивали что-то. Ну, такой здоровый, что может он в НБА работает, я не знаю, играет там. Ну вот, маленький самолетик, толпа народа. И мы все, каждый надеется, что багаж приедет. Ну, ставьте ставочки, пишите, наш багаж доедет или... Да ладно, твой уже, класс. Смотрите, первый багаж. И Наташа не понимала, что она еще за моим бежит? Я не верю. Ребята, реально, неужели так повезло? Это, наверное, потому что вы подписываетесь и ставите лайки. Нет, серьезно, Наташа за моим вроде бежит. Видите, вся толпа стоит, и только наши два чемодана. Боже мой. Нет, я не верю. Да, это он. Боже, какой класс.
Но он плохо едет, зачем же его выкидывать? Главное, что он долетел. Я сказала не купувати такий чемодан. Все, вот это мы лаки, действительно. Вот это нам повезло. Наташа, ну трусы порвали, сейчас покажу. Где? Он уже зашивал. Да, уже трусики хорошо уже. Боже, скільки вони коштували, таке пар. Да. Гівно, короче, не беріть. Все, ребята, повезло вообще прям. Чемоданы самые первые, это нам за Индию, наверное, за Индию, за Визер, за Стамбул, за все. Вообще, спасибо, что вы с нами в этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. А мы выходим в жаркое Малиндиво.